Из новостей спорта – ледовые сражения в Полярном. Здесь состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. 5 детских хоккейных команд – «Спутник», «Гроза», «Торос», «Палубник» и «Альбатрос», образованные при сборных воинских частей Северного флота, сошлись на льду в городе Полярном. Приехали родители, гости, накал соревнований огромен, победитель будет выявлен и достойно поощрен и награжден. Игры блиц-турнира прошли по круговой схеме. После серии матчев за третье место вышли побороться «Спутник» и «Палубник». Если, в принципе, форма есть, как бы хоккейная экипировка, вот, то можно как бы и с пяти начать заниматься. Вот, как говорится, чем быстрее мы малыша поставим на лед, тем быстрее он и научится. Самому младшему хоккеисту «Палубника» 7 лет, но на льду разница в возрасте незаметна, равно как и пола. В «Спутнике» играют и девочки. Однако основная борьба все-таки развернулась между юношами, финалистами турнира «Альбатросом» и «Торосом». Эта игра была слишком, равная игра, вот, и было интересно. Там, равная игра была, и там игроки очень хорошо играли. Наша команда сыгранная. Хорошая, мы победим. С преимуществом буквально в одну шайбу победил «Торос». Сражение закончилось со счетом 6-5.